Техника, которая не убивает. То есть за что нам не дадут большой срок? А нож у тебя есть, и ты вроде бы достал отпугнуть, а он не испугался, да? Может быть такое? А он не испугался. И начинается атака. То есть, рукояточка. Не ожидал. Не ожидал. Рукояточка, то есть движение пошло, что... Бам! То есть, видите, я нанес сразу. Да. Бам! Бам! Еще по руке рукоятка. Хотите узнать, как больно рукояткой? Подойдите сюда. Как по руке больно рукояткой, как по плечу, как по груди больно рукояткой. Уж не говоря, как по челюсти или по голове могу. Но в висок убьете, поэтому в челюсть, в шею. Значит, все очень просто, точно так же, как мы делали с вами, например, порез, да, если мы с вами делали порез. Точно так же, только мы сходим чуть-чуть ближе. Вот, сразу сюда, на, сюда. Просто вход, движение вышли. Чтобы выйти, и опять еще раз, чтобы выйти, это будет сильный удар, еще один сильный удар, и все это рукоятка. Сейчас остановимся с вами на этих трех, чтобы вы почувствовали, не для того, чтобы это он такой, ну они могут быть совершенно разные все эти удары, но для того, чтобы мы с вами, ну, прочувствовали, как работает рукояточка. Еще раз, люди. Туда, туда, туда. Выходим. Подрез. Хорошо, удар. Туда. Опять вот из этого положения. Сразу, видите, движение. Здесь нет остановки, когда мы движение делаем. Там нет остановки. Раз. Сразу сюда. Понятно, да? Ход. Ручки работают. Сразу вошел. Туда. Вот видите, вот из этого чуть не раз, сразу ушли туда. Далее. Когда мы бьем, естественно, у нас захват плотный. Пока наработаем раз, захват плотный. Почему? Потому что вот здесь уже плотный захват. И мы сюда вошли. Сюда вошли. Все, удары идут импульсные. Пошли.